Здравствуйте, iPhone 12 mini. По телефону могу сказать, что сзади имеются царапины. По корпусу тоже есть коцки. На стекле установлено защитное стекло, но стекло в хорошем состоянии. Можно будет снять. RU-версия у нас на 128. Аккумулятор 96%. Можно сказать, прям недавно купленный телефон. Так, работает отлично. Давайте вам покажу. Камера снимает отлично, фронтальная тоже, клавиши работают, блокировка работает, ползунок работает в полностью рабочем состоянии. Так, по комплекту. Чехол у него есть вот такой вот в комплекте. Оригинальный кабель. Коробка. Маленький шильдик съехал. Сейчас посмотрим. Телефон 2020 года.